движение, которое мы создаем и рождаем вместе с вами. И это замечательно, мы продолжаем, я подглядываю. О, сейчас будет песенка. Сейчас у нас будет соло-песенка. Она называется «You Will Fly». «You Will Fly With Me». Я, по-моему, давно написала, когда помешалась на соло. Когда мне, кстати, первый человек, кто мне взял свой ансамбль, был Филипп Слафути, между прочим, с соло-музыкой. Теперь я это сейчас вспомню.
движение продолжается. Я хочу напомнить, что все произведения написаны Анной Королёвой. Аплодисменты. Как хорошо, когда кто-то объявляет. Мы специально репетировали к этому проекту. Да, да, да. Все композиции написаны под воодушевлением Black Sax. Если бы не ты, да, Заяц, я бы, наверное, собралась бы еще долго. Так вот это вот событие, оно сподвигло, вот мы собрались, слава Богу. А, дорогие друзья, ну что же, еще одна вещь, которая завершит первое отделение нашего фестиваля. Она называется «Кубик Рубика». Вы спросите, почему? Ну, потому что так получилась форма. Вы сейчас сами услышите, увидите. Thank you.
Thank you.
чем дочь его пришла. Дмитрий Лунгин, давайте поприветствуем. Петр Гальский, бас-гитара. Игнат Красов, барабаны. Тим Казанов, саксофон, Black Sax. У нас под фонограмму просто микрофон. Анна Королева, саксофон, Black Sax, саксофон. Я напоминаю, что она композитор всех композиций, которые мы сегодня играем. Также мы играем на саксофонах Black Sax. Кто еще, кто также хочет научиться играть, как Анна Королева? Кому понравилось, похлопайте. Дорогие друзья, у нас небольшой перерыв. Потом будет второе деление фестиваля, и, конечно же, обязательно у нас замечательный гость выступит для вас. Так что отдыхайте, мы с вами. Маленький перерыв. Спасибо! Дорогие друзья, ну как вы? Как настроение? Yeah. Отлично! Black Sax Power движение продолжается. Ну что же, скоро-скоро у нас на сцене окажутся дорогие нам гости. Так, ой, молодого человека приняла за вратарного баяна. Значит, он подойдет. Внизу, да. Дорогие друзья, ну что же, сейчас мы сыграем композицию, который называется «Where is my coffee?». Почему такое название? Ну, сейчас вы сами все почувствуете. Я вам напоминаю, что фестиваль привлечен к событию, к созданию марки Black Sax Exclusive! Ну что же, Тима, мы готовы? Поехали. Играет, или Дима?
Ура, это сердце не выдержало. Ну иди скажи что-нибудь. Раечка, дорогой. Вот этот фестиваль не состоялся бы, если бы не сердце нашего музыкального общества. Ранька, дорогой, иди сюда. Страна должна знать своих героев. Вы наверняка знаете, что за человек. Благодаря вот таким людям музыка держится на этой черепахе. Раню, благодаря таким держится. Это просто был разрыв. Друзья, вся музыка написана Анной Королевой. Анной Королевой музыка написана. Под ваши аплодисменты. Дорогие друзья, ну, так, я хулиганю, да, по случаю того, что счастлива видеть вас, счастлива видеть дорогих музыкантов, друзей моих на этой сцене, сейчас буду я петь сама. Одну песенку, да, для того, чтобы отвлечь внимание немножко, мы с тобой останемся сейчас, да, и потом начнется интересно, потому что к нам присоединятся гости нашего фестиваля, дорогие наши друзья-музыканты. Кто это, вы спросите? Ну, одного вы знаете по афише, а другого вы знаете тоже по афише. Сейчас я пошла петь.
Thank you.
ничего, как мы обещали, и благодаря вам также у нас присоединилась наша любовь, просто братан Бабаян! Печатали с Артуром, с Игнатом, устроят настоящее драм-шоу. Сейчас будет. Ну что, дорогие друзья, Black Star... Это ты можешь. Ребят, сейчас мы запалимся, откуда мы вообще приехали. Феликс, ну хотя бы ты не пались. Мы почти все оттуда. Адыгея, Кубань. И все правильно. Дорогие друзья, Black Sax, что это? Конечно же, Afro, B.
Все счастливо и всем удачи! Yeah!